Привет. Я только пришел вчера, кум приехал, у нас тут химкомбинат в городе. Ну и там этот, когда строили, там и немцы строили, и англичане, и вьетнамцы, и эти, японцы. Ну каждая страна делала, строили свое производство, цех там интернациональный. Комбинат. Ну и кума послали что-то там, это самое, в командировку, короче, у Вьетнама. Ездил в Вьетнам, а потом оттуда в Японию, в это, ну не сам он там, с людьми, человек 5 или 6 их в это ездило. Ну и это, приехал же с командировки, ты сейчас только пришел, а он рассказывал мне, говорит, акума этот, это Виталик зовут. Проезжаю с командировки, вижу в коробках, там Sony, Panasonic, Hitachi, там все ж такое понабирал, там и камеры, и планшеты, и телефоны, и все-все-все. Ну, эти командировочные ж получили, а пить он не пьет. Поняли, ну и эти часы на руке по 4 штуки, та теща, говорит, привез. Серьезно, чем теща сколько часов? Он говорит, кум, да продавать в это на рынке. Я думал, ты в подарок. Вот ты что, она старая и слепа, нахер. Вот, ей те часы, я также какую-то копейку в это заработаю, я мне же гроши даст, а я ей по пару сосисок в это куплю, ну, с бумаги, вот сосиски, поняли такие. Ну и этот, приехал в кимоно, говорит, в Японию заезжал, какой-то купил кимоно, одел, чтоб все ж видели, что из-за границы, на лбу тут повязка, как у самурая, шаты страшные, прилетели в Киев, а тут холодина и морозяк, и так хорошо там лица кавказской национальности, полночь в это сейчас, так он у кого-то там, это, купил себе тулупчик, вот он на овечьем, правда, на овечьей шкуре так тепленький, это за замерз бы нахер. Ну, говорит, взял такси, в город приехали, взял, а мы за городом живем, взял такси, это, приезжаю домой, думаю, ну, чекалитка ж открыта, ну, как у нас называют, хвортка. Ну, по-русскому калитка, а по-нашему хвортка, по-местному. Раз, говорит, не, все, как полагается, мужней жене, калитка закрыта, она же у поселке, как стемнело, все на засовы и все, нехер шляться по гостям, солнышко светит, приходи в гости, стемнело, до свидос, как в этой доте моя, говорит, Аня, до свидос. Ну и тоже раз звонит, а у него звонок, кнопка, вернее, звонка, а на доме сам звонок. Ну, такой, кто в армии служил в эпоху СССР, то знает. Там такой звонок, чтобы поднять по тревоге в этот батальон. Как заорало, как загудело, кума выскакивает, у халатик вот так вот накинутое, из-за угла, так, кто там? А он, ты что, хозяин, не узнаешь? Она, ай, мой дорогой, мой любимый, мой родной, хозяин мой приехал. Там мой кормилец до калитки что-то раз, и на шею ему, он в дом. Она, тогда я хоть в нему в дом, я сказал. Ну, он строгий такой, шо ты, строгий страшенно. Кум у меня строгий. Они ж в дом, она что-то опять же к нему раз, и голяком же, пока бежала, и халат тот упал, но нанеслась такой скоростью, и халат ветром сдуло, чтобы полгода не было хозяину дворе. Ну, соскучилась баба, сама ж понимаете, по мужской ласке, по плечу, по мужскому. Заходят же у хаты, она ж к нему опять на шею, он в кровать, она фу. Да ну что ты, дорогой, ну даже я хоть обниму тебя, то сходим вместе в ванную, в душ, под душем, вместе помоемся, ты мне спинку помоешь, я тебе, он, в душ, я тебе сказал в душ, она, ох, не насыт, ты что так изголодался, он, я тебе сказал в душ, она, ну иди, сейчас я, а сама же думает, ну ванну хочешь, чуть-чуть, ну женщина, есть женщина, у ванну же,
освежиться. Пошла там, ну сколько там она бегом, раз, попшикалась, намазалась, одела шпиньюар такой прозрачный, заходит, а он уже у кровати лежит вот так одеялом укрытый, а она ж заходит такой плавающий, знаешь, как будто лебедь плывет, заходит. Ну что, дорогой, как я тебе? Он круть, я тебе сказал. А она, ну что ты меня попроси как-нибудь, поиграйся со мной. В кровать я тебе сказал, то я тебе сейчас наиграюсь. А та ж разгоняется, думает, ну все ж уже изголодался, ну куда уже криком кричить в кровать. Она ж с разгону как прыгнет, ну так, чтобы на него сверху. Ну вы поняли, как это? Ну поза такая сверху, вот, ага. Вот уж так и на него прыг. Ха-ха-ха. Ну кунт у меня занимался вот этой борьбой. Он мне на прием сразу бросок через бедро, хопа, на лопатках есть. Одеяло хватает, с головой укрывается, и руку вот так ей. Смотри, дура, часы светятся. Поняли? Вот такой у меня кум. Так что давайте, Сергей Котляров на Ютубе. Пока-пока.